Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой награды ежедневные. Так, раз, два. Теперь посмотрим, что у нас тут. Открыть колоду. Это мы сделаем с удовольствием. Так, нам здесь ничего не выпадает, к сожалению. Но ничего страшного. Так, здесь забираем. Теперь пройдем быстренько с тобой, наверное, серию испытаний. Нам остается раз, два и три. И мы перейдем с тобой на вторую локацию. Давай попробуем. Так, все здоровенькие, все целенькие. Ну, там немножко, конечно, у Бакстера Стокмана нет здоровья, но это ничего страшного. Он от этого не погибнет. Так, Зэк. Ну что, Зэк? Да ладно. Ты посмотри, бомбочку свою запустил все-таки, а? Успел. Ладно, давай так попробуем. Минус. Так, Маузер выжил. Я, наверное, сделаю отхил. Давай мы с тобой хильнемся. Так, теперь пробивной. И здесь тоже. Да ладно. Я думаю, мы успеем его ушатать. Так, переходим на вторую волну. И здесь у нас, смотри, Паукус, Зэк. Ну, в принципе, и все. Давай, наверное, попробуем с Зэка. Минус. И сделаем с тобой шипы. Так, Паукус. Слушай, в принципе, он должен отдуплиться от постепенного урона. Даже так. Слушай, подожди, а почему мы с тобой... Зэк, что ли, успел бомбочку свою кинуть? Замедляшка у нас вон висит. Что-то я этот момент прозевакал. Видимо, так увлекся тем, как бы мне победить противников, что не заметил даже. Ну что же, ладушки. Давай заберем здесь награды. И теперь нам нужно с тобой что сделать? Ну, победить в боях, это понятно. Находим нашего Донателло Космос. И нам не хватает с тобой 5 номеров. 5 номеров. Так, один автомобильный номер мы нашли. Второй. Так, еще нужно 3. Это будет третий, четвертый. Четвертый и... Да ё-моё, вы специально мне не хотите давать, да? Все. Так, прокачиваем, друзья мои, скорость света до 4-й ступени. Так, а, да... Оу, а тут нам нужно дофига всего. 12 кружек, 10, точнее 9 биноклей, 8 комиксов и ловушка для маузеров, по-моему, это называется у нас. Или приманка, приманка, да. И я так понимаю, что фигушки нам ее дадут, понятно. Так, ну мы с тобой задание выполнили, поэтому забираем награды. И поднять уровень персонажа. Так, у нас с тобой 14 тысяч мутагена, этого мало, поэтому давай, наверное, мы сделаем вот так. Все. И, кстати, у него очень много ДНК, которым можем с тобой просто... Ты где? Донни. Вот он. Так, обменяем на 4000 сюриков. Ну что, остатки роскоши мы с тобой забираем. И теперь... Так, в испытаниях у нас тут все пройдено. Здесь я ничего не буду искать, а вот здесь, пожалуй, да. Поехали, ребята. Так, 3 золотых осколка. 50 жетонов. Меня это не устраивает вообще нисколечко. Да хорош, вот как специально начинается у них, да? Ну, маяк трицератопсов, короче, я так и понял. Вот, кожеголовый, неужели? Так, опять 50 жетонов и... Да чтоб тебе. Ну, ребят, я не знаю, какая должна быть у меня фортуна, удача, да? Чтобы из 7 попыток вытащить только лишь одного кожеголового, и все. Обидно, на самом-то деле. Ну что, завтра у нас понедельник. Как ты понимаешь, это у нас будет новая неделя, но я, к сожалению, буду работать. Я приду только лишь поздно вечером и попробую успеть снять видосик. Ну, если не очень сильно устану.
А сегодня воскресенье, поэтому я хочу немножечко тут доделать дела, а именно в турнирке. Ты видишь, да? Меня забросили, ранг первый, поэтому надо обратно заползать на свое козырное место. Так, возьму я, наверное, Шреддера, и вместе с ним пойдет Ванька. Шреддер и Ванька, нормально? Нормально. Так. Единственное, что Шреддер, ой, Ванька у нас, по-моему, по инициативе хандрит, то есть он отстает. Ну-ка посмотрим, что сейчас получится. Минус. Так, смотри, видишь, Ванька не ходит, ребята. По-моему, крышка, да? Нам сейчас, я не знаю, просто как-то офигенно сильно повезло. Если я сейчас сделаю вот это, я боюсь, сплинтер нас ушатает. Поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой просто повысим атаку. Ванюша, будь добр. Да ладно, ты серьезно? Есть. Друзья мои, вы увидели только что огромный риск, на который я пошел. И если бы немножечко бы запоздали, нас бы разобрали здесь. Интересно, почему меня вообще, ребята, даже не подвинули ни на одну ступеньку? Это как понимать? Это что такое вообще было? М? Просто вообще не сдвинулся с места. Как был на этой позиции, так и остался. Замечательно. Вот игра мне дает сюрпризы, да? Ладно, давай посмотрим, что у нас получится здесь. Шреддер, выпускай свои клинки. Ну, в принципе, здесь им крышка всем. Потому что у них очень мало здоровья осталось. Ну и, конечно же, Леонардо всех добивает. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, продвинемся мы или нет. Ну-ка, се. Продвинулись. Какое место у нас? 93-е. А почему тогда в первом поединке не было вот этого всего, а? Что это за подстава такая там была интересная? Ха. Да. То есть, грубо говоря, я 10 очков потерял. Я 10 ступенек, да? Как минимум. Да, зажрались вы, ребятулечки. Зажрались. Ну что, давай тогда сделаем так и сделаем с тобой добивающий. Кто-то из подписчиков написал, что инициатива у Шреддера и у Армагона одинаковая. Друзья мои, тогда можно мне спросить, почему Шреддер все равно ходит первым, если у них инициатива одинаковая? М? Правильно, потому что у Шреддера она все-таки быстрее и круче. Вот сейчас вот смотри, так, так, вот они вдвоем. Ну, даже вот сделаем так. Хоп-хоп. Чтобы не было разговоров, что Шреддер стоит первым. Раз, два, три. Сейчас посмотрим, кто из них будет первым ходить. Шреддер или Армагон? Ну-ка. Ребят, ну вот. Шреддер. Шреддер все равно ходит первым. А это значит, что инициатива у него лучше, чем у Армагона. Так что я надеюсь, развеял твое утверждение, которое ты мне писал в комментариях. Так, ну что же, мы с тобой двигаемся далее. Мы двигаемся далее и смотрим, какая у нас позиция сейчас будет. 70-е, 7 боев, да? 7 на 2, 14 нам как раз с тобой хватит за глаза. Я возьму Бакстера Стокмана и возьму здесь. Вот так опасно брать с Бакстером. Ой, как опасно, ребят. Ну, мы можем сделать вот так вот. Такой командой ничего не страшно, потому что Майки может сделать, естественно, уклонение. И фиг ты по нам попадешь. Мы так, пожалуй, и поступим. Мы сделаем уклонение. После этого Супер Шреддер будет бомбить свою волну из шипов. А добивать кто их будет всех? Бакстер Стокман. Все, изи. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. Ребята, кстати, в ближайшие дни, а точнее, когда я пойду на выходном, на первом, точнее, на нашем втором канале будет сниматься игрушка «Эволюция Юрского парка. Вторая часть», которая вышла, ну, примерно неделю назад эта игра вышла. Так что можете заходить и смотреть. Ну, это
посвящается, естественно, любителям игр про динозавры и вообще, кто увлекается динозаврами, кому интересна эта тематика. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. 17-24. Ну, давай возьмем вот эту вот команду. Возьмем Супер Шреддера, возьмем с тобой опять же Армагона и... Давай самых-самых слабых прокачаем. Мне не надо сегодня здесь отыгрывать всех персонажей, мне просто нужно занять первое место и надеяться на то, что пока я буду на работе в понедельник, да, что меня не скинут. Вот что самое главное. Если сбросят, это будет неприятно. Потому что у нас с тобой каждая неделька на счету. Мы с тобой подсчитывали, сколько нам нужно еще. Две недели, не считая вот этой. Две недели для того, чтобы получить определенное количество платиновых осколков и перевести следующего персонажа в платиновый ранг. Поэтому мы не имеем права с тобой здесь пасовать. Так, ну что, 48-я позиция. Грубо говоря, мы с тобой проходим от 9 до 11 ступенек. Это за один бой. В принципе, неплохо. Неплохо идем. Так, Шреддер. Давай вот, наверное, так сделаем с тобой. Шреддер, Крис, Зек. Ну, Зек, естественно, сейчас будет ходить первым. Он будет бросать у нас бомбочки вот эти вот. А дальше пойдет Супер Шреддер со своими шипами. И... Да, друзья мои, вот здесь вот как раз-то плохо Шреддер сыграл, потому что ты видишь, что... Постепенный урон только на Леонардо висит. Так, Роквелла надо в первую очередь бомбить, потому что инициатива, ты видишь, да? Шкала практически заполнилась вся. Этого мы добиваем с тобой, и этот погибает от постепенного урона. Все. Вот так вот. Если кто не знает, что такое инициатива, ребята, это голубенький кружочек, вот этот, который идет вокруг... Как тебе объяснить-то даже? Ну, ты видел, наверное, да? Сейчас тебе продемонстрирую еще раз. Может быть, просто кто-то не знает, про какую инициативу мы вообще говорим. Так, ну-ка давай вот этих вот возьмем, например. Там, где у персонажа уровень, вокруг него есть табло специальное такое. И вот там как раз-то все показывается. Вот, ребята, уровень персонажа. Вот синенькая вот эта вот полосочка, да, голубенькая. Это инициатива. Как только она накапливается, полностью набирает оборот, соответственно, начинает персонаж делать действие. Зеленая полосочка — это полосочка жизни. Когда показывается вот такая стрелочка вверх, это означает то, что, например, Усаги будет по нему наносить повышенный урон. Но мы с тобой будем, естественно, делать массовую атаку, поэтому нам не обязательно, как говорится, повышенный, пониженный. Нам главное бомбануть. Ну, а Супер Шреддеру, естественно, добить. Вот так вот. Тут уже, естественно, мне не до какой-то там стратегии или еще что-то. Мне просто нужно победить, занять свое первое место и все. И я знаю, что у нас все это проходит в однотипном поединке. Я вам предлагал, друзья мои, я могу это снимать все за кадром, это, но вы писали в комментариях, что снимай. Я снимаю. Так, ну что, здесь Армагон вместе со Шреддером. В принципе, да, в принципе, будет все нормально. Что они тут сделают нам? Ничего. Микеланджело здесь нет, так что опасности никакой не будет. А у этих всех персонажей инициатива вообще ни к черту. Сплинтер, то, что там своим этим тыкает пальчиком, так это ерунда. Так, ну что, идеальная победа. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой переместимся. И я так понимаю, еще где-то поединка 2-3 и все. И дело будет сделано. А может быть даже... Ну, скорее всего, либо один поединок, либо два. Поехали. Так. Так сделаем. И, наверное, вот этих вот троих. Все. Не знаю, друзья мои, по времени вроде бы сейчас 11 часов вечера. Хотелось бы, конечно, еще снять видосик по драконам всаднике Оуха, плюс еще Юрский парк, но вряд ли я это все успею. Так, отлично. Ну что, теперь смотрим, перейдем мы с тобой или же все-таки не перейдем на топовое место. Конечно, хотелось бы. Итак. Нет, друзья мои, не перешли. Значит, придется еще один поединок делать.
Супер Шреддер. А если мы с тобой сделаем... Нет, этих опасно брать. Да куда ты лезешь-то? Ну, а вот так вот уже можно спокойненько, да, в принципе. Зачем я взял... Тут можно было бы взять просто Супер Шреддера и Армагона. Зачем я Леонардо откатил? Я не понимаю этого. Поспешил. Все, они не жильцы здесь. Можно так даже просто ракетами бомбануть сюда. Окей. Ну и все, занимаем с тобой туповое место. Я не знаю, сколько у нас там сейчас мутагена. Можно ли кого-то прокачать по уровню или нет. Посмотрим. Да-да-да-да-да, все, топовое место, отлично. Так, 89 у нас с тобой монет. Этого мало, нам нужно с тобой соточку. И почти 900 баксов, это хорошо. Так, по энергии я все сделал, по предметам мне ничего не нужно. Так, ну здесь мы на супер, на Шреддера, на классического копим. А по жетону у нас 350, а нужно 610. То есть тоже ничего сделать не можем. А в данный момент мутаген у нас 23 тысячи. Не знаю, хватит ли мне. Не хватит. К сожалению, не хватает. Блин. Ну а взять нам с тобой больше, в принципе, это и неоткуда. Ну что, тогда будем закругляться, друзья мои. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак. Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.